Магазин шуб «Амабель», который уже более 9 лет пользуется популярностью на рынке Казахстана, открыл свои двери и в Таразе. Магазин шуб номер один в Казахстане радует таразских девушек скидками и ценными подарками. На открытие нового магазина побывала моя коллега Женис Гани. Все нарядные шубы в магазине сшиты в собственном цехе «Амабель». А необходимое сырье завозят из Канады, Греции и Финляндии. Имеются также и специальные сертификаты, подтверждающие, что товар изготовлен из натурального сырья. В настоящее время в этих модных и качественных шуб щеголяют известные в стране леди. Мне очень понравились шубы «Амабели» и по качеству, и по цене. Купила себе 3 шубы на зиму. Мои дети тоже хотят здесь купить шубу. Договорились, что детям шубу сошьют по понравившимся им дизайнам. Стоит отметить, что любители модной одежды города Тараза могут купить шубы с неповторимым дизайном по вкусу в рассрочку на 24 месяца без процентов. Кроме того, для клиентов будут организованы различные розыгрыши. У нас сейчас скидки до 70%. Очень выгодно по цене. Шубы качественные. Каждому покупателю будут вручены ценные подарки на сумму 100 тысяч и 200 тысяч тенге. Еще у нас разыгрывается автомобиль Porsche. Каждому покупателю выдается билет. Он будет разыгран в мае следующего года. По условиям розыгрыша выдается билет на каждые 100 тысяч тенге. В прошлом году мы разыграли 3 автомобиля в 3 городах. Помимо скидок в магазине, открывшемся в канун Нового года, в подарок идут дорогие парки, кардиганы и верхняя одежда в зависимости от стоимости приобретенного товара. Стоит отметить, что в магазине шуб в продаже представлено большое количество сумок из натуральной кожи. Жингиз Гани, Асылбек Жолшыбек, 77 News.